Всем добрый вечер. Добрый вечер. А кто косточку опять принес, а? А это кто тут такой? Кто тут такой пес? Вот он лежит. Говорит, я тут. Захрапел там. Да храпушка маленький. Все, засыпает ребенок. Сладко-сладко. Говорит, я спать, мамка, да? Все, у меня тут все рядышком. Мяконько все, все замечательно, да? Спокойной ночи всем передаешь? Скажи, обязательно. И сладких слов. А что за суровая девица? Ой, Ляля, ты когда лаешь, ты прям удивляешь. Потому что ты такая вафля мягкая. Такая прямо, ну не лающий ты зверь, не лающий. Вот это вот суровая. И вот это суровая псина. Принесли по косточке, на ночь глядя вместо этого. Конфетки, да? Погрызь чуть-чуть на ночь глядя. Налакомиться и спать. Эй, Лялька пошла, да запнулась-то, господи. Об игрушку запнулась-то. Ну что ты за ребенок у меня умильный такой, а? Прелесть ты наша маленькая. Господи, Лялька, она и есть Лялька, да? Вот такой вот белый медведь. Маленький белый медведь. Милуся. Пожелаешь всем спокойной ночи и хорошего настроения, и снов хороших. Мне кажется, Милуська всем желает, чтобы всем косточки приснились. Вкусненькие, сахарные, да разваренные. Ты все отдала дочке косточку? Скажи, да, надо делиться. А я скажу, уже погрызла чуть-чуть, можно и баньки ложиться. Ну, а мы всем желаем самой доброй ночки, самых сладких снов. И спать вот так вот крепко, как вот этот вот товарищ. Да? Всем сладких-сладких снов. Ой, тут еще кто? Вот он, белый красавец наш. Тоже вам желает сладких снов и самой-самой доброй ночки. Всех целуем, обнимаем. И до завтра, наши дорогие.